Всем привет! Сегодня река втроя, вечер, и мы решили половить плотвичку. Решил я поснимать. Сегодня для меня новый вид ловли. Сейчас покажу, какое удилище. Маховое. Максимус 6 метров. Такой вот, довольно-таки интересно. Такая речечка. Сюда она заходит. Вот такой вот. Маховое удилище. Вот я уже себе здесь будем держать плотвичку на точке. И вот я себе прикормочку. Сейчас мы все быстренько замутим. Сейчас времени где-то около 6 вечера. Нам где-то 2,5 часика. В общем, смотрите, не переключайтесь. Думаю, будет интересно. Вот так вот. Положили 2 пакетика. И завтра с утра все равно еду на рыбалку. И поэтому ничего страшного не будет. Завтра у меня еще пакетики будут. Второй день делаем такую твердую кашицу. О, водички как раз. Сейчас будем прикармливать. Может быть, и все сможем использовать эти 2 часика. Надо проверить, будет ли вообще результат от этой удочки и всего. Ладно, замешиваюсь. Вот такая вот красота. Основная леска будет 0,16, ну там с добавочкой. И вот на поводок, я думаю, 0,12 вполне достаточно будет. И ставим мормышку. Сейчас оснащаю. Поплавочек 4 грамма. Вот такой вот у меня интересненький. Больше и не надо. Я думаю, да, больше незачем. Куда-то мормышки подевал. Сейчас все найдем. А, вот. Вот мормульки. Вот такие вот. Небольшие. И погнали. Вот такой вот. На кончик я наклеил. Такой я уже забыл. Это не кембрик. Как-то вот он правильно называется. А он с застежкой. Вот здесь вот. Хоп, он выдвигается здесь. Одевается штучка и застегивается. Леска туда застегивается. Удочка вот такая вот. Тест до вроде 25 грамм. Я не знаю. Что-то как-то там не очень написано было. Довольно удилище длинное. О, смотрите. Не такое уж и мягкое. Давайте попробуем. Вот так вот. Ну не такое. Для такого 6 метров. Это не скажу, что прям мягкое-мягкое. На вес что-то не пишут. Делаем такую петелечку. Узелочек. И идем оснащать. И на кончике отодвигаем. По сути, здесь можно делать, ну, по-разному. Есть первая рыбина. Вот такая вот плотвичка. К сожалению, поклевку ее не заснял. О, самец. В общем, кладем ее. Вот такой вот оборудован
у меня столик, скажем, здесь прикормка. Она уже латвичку. Сейчас будем ловить. Давайте прикормим. Надо же ее не отпускать. Чтобы она была здесь поближе. Малька здесь много. Притопило чуть-чуть, но все же есть. Такая вот. Упала. Ну, хорошо. Хороша злодейка. Эх, еще бы тебя аккуратненько бы достать. Малышка, иди гуляй. Я думаю, что не надо жадничать, надо еще прикормить. Такой вот шмат. Посерьезнее мы сомнем его. Времени мало, но мы еще завтра с утра пойдем. И вот сюда вот, вот так вот. Его, да, можно, в принципе, еще один. Россыпью.
Это вообще жесть. Говорю тихо, потому что если день, надо. Зачем лишнее внимание привлекать? Это нам пойдет. Это нам пойдет. Ну, это мелко. Да, плотва мелкая. О как, смотрите, за что подсек ее. Она уже выплюнула. Вот так вот. Поднялся штормяга. Ну как штормяга? Ну прям вообще дует. Где-то час с небольшим мы порыбачили. Все затянуло. Я думаю, что там вот идет что-то хорошее. В общем, сматываемся. Нафиг, что мы самые голодные, что ли? Завтра с утра опять поедем.
Сейчас покажу, что за это время поймал. Плюс там 2-3 рыбки я отпустил. Ну, вот так вот. Наверное, штучек 8. Я считаю, неплохо. Способ интересный. Завтра будет утро, будет, конечно, клев по-другому. Так что до встречи. Пока-пока.